Разногласия привели к отмене Hard Fork. Sigvii 2X, запланированный на середину ноября, отменен. Разработчики отмечают, что на данный момент не удалось достигнуть консенсуса относительно увеличения размера биткоина. И дальнейшая работа в этом направлении могла бы расколоть биткоин-сообщество, а это никогда не было целью Sigvii 2X. Целью форка было увеличение размера блока до 2 мегабайт и улучшение масштабируемости биткоина. Напомним, что некоторые представители криптомира высказывали мнение, что Sigvii 2X является рискованной технологией и дает майнерам и коммерческим организациям слишком большое влияние. Были и те, кто поддерживал хардфорк, отмечая, что конкуренты зарабатывают на бездействии биткоина. Приверженцы проведения хардфорка майнеры BitPico заявили: «Мы в любом случае проведем форк, потому что все приведено в движение». Они уверяют, что имеют для этого все возможности, владея 30% мощности всей сети биткоин.